Здравствуйте, перед вами будет выступать Воронцов Александр Викторович, город Черемхово, Иркутская область, со взрослой песней про взрослую женщину, которая хочет казаться плохой или быть плохой девочкой. Даже в свои ого-го, далеко за 30 и даже за 40, но, в общем-то, так оно и есть, наверное. Когда... Ну, это дело наступает. Тебе уже прилично, как женщине большой, не встретишь, не подумаешь, что может быть такой плохой, короче, девочкой, совсем-совсем плохой. Так хочется и колется по полной, чтобы ой отлюбили, где возможно, как с девчонкой, только взрослой, разрезаться, разогнаться, оторваться и оторваться, быть плохою, приплохою, сумасшедшей и шальною, беспринципной, самой-самой, самой-самой, рассусамой. Вот так бывает в жизни. Посмотришь иногда и даже не подумаешь, что может быть она такой сумасбродной, солидность никуда, короче, секс улетный, туда ее когда отлюбили, где возможно, как с девчонкой, только взрослой, развязаться, разогнаться, оторваться, оторваться, быть плохою, приплохою, сумасшедшей и шальною, беспринципной, самой-самой, самой-самой, рассусамой. И как девчонка сладкая, податливая вся, с большими габаритами, по-женски хороша, с чулочками развалится, вообще ништяк один. Какая баба сочная, хочу, хочу, чтоб, блин, отлюбили, где возможно, как с девчонкой, только взрослой, развязаться, разогнаться, оторваться, оторваться, быть плохою, приплохою, сумасшедшей и шальною, беспринципной, самой-самой, самой-самой, рассусамой. Тебе уже прилично, как женщине большой, не встретишь, не представишь, что может быть такой плохой, короче, девочкой, совсем-совсем плохой. Так хочется и колется по полной, чтобы ой отлюбили, где возможно, как с девчонкой, только взрослой, развязаться, разогнаться, оторваться, оторваться, быть плохою, приплохою, сумасшедшей и шальною, беспринципной, самой-самой, самой-самой, рассусамой.